85-летие отметили одно из старейших образовательных учреждений города Черкесска. Поздравить педагогический коллектив 13-й гимназии пришли выпускники разных лет и коллеги из других школ. На мероприятии побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Педагогический стаж Асият Магометовны около 50 лет. И почти 40 из них она посвятила ученикам начальных классов 13-го образовательного учреждения Черкесска. По словам Асият Кушховой, это школа ее семьи. В ней учились ее дети, а теперь постигает азы знаний внучка. Многие из воспитанников и сегодня приходят к ней в гости, чтобы поблагодарить за обучение, терпение и заботу. Я свою профессию, зная, что ко мне идут дети, я всегда отношусь с любовью ко всем детям. Пусть наши дети будут счастливы. Приходите, приводите своих детей к нам, внуков. В 2023 году двум школам Черкесска 13 и 8 исполнилось по 85 лет. В гости к юбилярам из 13 гимназии в торжественный вечер пришли воспитанники разных лет, а также коллеги из других образовательных учреждений города. Для них был организован экскурс в историю. Много чего вы на сегодняшнем нашем мероприятии увидите. Как выросла эта школа, что здесь происходило, начиная с 30-х годов, 40-е и дальше по десятилетиям мы об этом все расскажем. Работать в этом коллективе мне не трудно, потому что у меня здесь работает очень много учителей-профессионалов, которые свое имя сделали и знают свое дело и свою работу. Выпускники 13-й гимназии успешно обучаются или уже работают во многих регионах России. Ученики и педагоги неоднократно побеждали во многих образовательных, творческих, спортивных олимпиадах, конкурсах, состязаниях, что отметили и представители управления образования Черкесска, зачитывая поздравления от руководства города. Из стен гимназии каждый год выходят талантливые, одаренные выпускники, которые смогут прославить свою школу и педагогов, давших им старт в жизни. Во все времена педагогический коллектив учреждения сохранял высокий профессионализм и верность выбранному делу. Нынешнее поколение школьников и эстрадные артисты подготовили для почетных гостей представление, как бы переносящее всех участников торжества на страницы истории родной школы. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.